Ты то, что ты ешь. Вот уже 10 лет, сами того не зная, мы питаемся генно-модифицированными продуктами. Ученые заверяют, что развитие генной инженерии никакой угрозы для жизни не представляет. Наоборот, в мире исчезнет проблема голода, а урожайность в полях вырастет в разы. Если по факту, то генетически модифицированные организмы, генетически модифицированные растения, там животные – это будущее современного человечества, не больше и не меньше. Урожай станет больше, еда станет дешевле, и на поля будут выливать гораздо меньшее количество пестицидов, чем сейчас. Население Земли неуклонно растет, и, скажем, традиционные способы земледелия, они уже и сейчас не обеспечивают население нашей планеты достаточным количеством продуктов питания. Молочные изделия, фрукты, сладости и даже детское питание – это лишь неполный список генно-модифицированных продуктов питания. Результаты исследования, проведенного Общенациональной ассоциацией генетической безопасности в 2010 году, свидетельствуют о негативном влиянии кормов, содержащих генно-модифицированные компоненты. У подопытных крыс было обнаружено отставание в развитии и росте, уменьшение числа детенышей в помете, снижение репродуктивной функции самцов. А основным результатом исследования стало отсутствие уже третьего поколения животных. С июля 2014 года официально будет разрешено выращивать трансгенные растения на всей территории Российской Федерации. Так ли вредны ГМО-продукты или это всего лишь миф? Время покажет. Данил Закиров, Ленардо Влетьяров для Универньюз.